короче, всем привет, и сегодня мы будем снимать видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, да. Вот где подписка, как видите, она внизу, да, вот туда, спускайтесь, поставьте лайки и подпишитесь. Так, и короче, нас начинает катка, да, жидкая, не сразу кусок мяса, сейчас я вам покажу, да. Ну что, какие 64? Ну что это? И почему лагает так дико? Вы это видите? Смотрите. +20 по ощущениям. Ладно, не 20 по реальности. Это... Ну 40-50. Точно есть 150. 5. Да, здесь какая-то. Я не помню, почему так мало FPS. Вопросительный знак. Кстати, я заказал, короче, микрофон BM800. И типа, да, круто. Ну, короче, я заказал, и он должен прийти по 24-е. Да. Короче, с 24-го, да, 2 ноября. Завтра уже 2 ноября. И по сей день информация получена была 23 октября. И поэтому мне кажется, что посылка где-то потерялась, да? Стопудово, если завтра не получу, ну, чё это кажется, потому что... Это... Потому что последняя информация 23-го вообще нет никакой. Блин, как лагает, это просто, это невозможно. Я так редко с такими лагами играю. У меня обычно более-менее все плавно. Кстати, ещё хочу сказать, что это было записано с 3-го ду. Ну, короче, 3-й дубль я на это потратил, тупо. Сначала, короче, я не помню, что мне уже не на... Просто... Сначала, типа, я тупо дико тупанул и сам слил катку каким-то. Ну, там не было нормальных людей, просто игроки. И как-то вылаживать это было не очень. Потом, оказывается, записал катку, а у меня, оказывается, был выключен микрофон. Я потом такая, заливаю это что не Вегас, думаю, всем мазончик ставлю. А потом смотрю... А где звук? А его нету. Ну да. Поэтому какая-то странная фигня. Ну. Что он там пишет в чате? Ну достал. Как закрыть чат, ладно. Так. Ща, короче, смотрите. Да. Ну, короче, я не знаю, что еще пояснить. Я не знаю, что еще делать. Я покажу, наверное, вам в этой катке мой Бризли. Я просто Бризли научился как бы. Ну, кажется, я доучился. У меня через раз он получается. Как у меня лагает? Это невозможно. Как у меня лагает? Это жесть. Я не знаю. Почему? Типа ничего не меняется. О, а так получше. А реально? Ну все равно, ну почему так лагает? Какие-то... Какие 300? Это не 300 FPS. Это где-то 20. Не, в реальности это 40-50, я же говорил. Так, какой тактикой построить? Это вел новую тактику? Не, хочу по... Нормального, чтобы я хотя бы построил. Не хочу быть... Я не хочу полчаса тупить, как бы, да. Это невозможно, как оно лагает. Это жесть какая-то. Я не могу нормально строить из-за лагов, это просто жесть. Это просто жесть какая-то. Ну так, дайте я поставлю, типа, сколько? Ну, по ощущениям, 45 дать. Не, 45 немного больше. То есть 50, это где-то. Да, типа, где-то 50. Это невозможно, почему так лагает? Вот сам, когда я двигаюсь, смотрите, как плавно. Типа нормально. Двигаю мышку. Ну что это, не понимаю, из-за чего это? Ура! Зато я не сольюсь. Зато я не сольюсь, круто. Ну как-то лагает, так непривычно. А не знаю, я раньше...
когда не умел кликать на правую кнопку мыши, я так менял, и у меня получалось быстрее, чем на левую, типа, а получалось даже лучше. Ну, я вообще медленный. Просто я радуюсь, что я не солюсь, потому что он играет нормально. Да, круто, да. Так, короче, не знаю, что еще сказать. Я могу сказать то, что вот мой КПС просто. Выйти где кликс, и у меня 14 получилось, неплохо. Я ещё проверял, у меня только джитером нормально, вот баттером это жизнь какая-то. Мой КПС баттером. Это мой обычный КПС, примерно. Баттером. Мой КПС обычным кликом. Ну, где-то 6-5 так. Блин, как непривычно с лагой, потому что когда еще лагает, оно еще блоки ставится как-то. Ну я бы не сказал по обычному, они вот. Ну как-то странно ставится, я не говорю, когда у тебя там плавды и 70 FPS, и так такой. Хоп-хоп. А тут когда по ощущениям 45 где-то, ты такой ставишь, это жесть. Так тебе и надо, Дербон, читерить нельзя. Ой. Он же это видео не смотрит, надеюсь. Да. Я надеялся, что он вылетел. Так, короче, жираф, да. Сейчас, короче, смотрите мою тактику. Самая тупая тактика, запомните. Сейчас. Да, это я тупанул, это у меня не такая тактика. Теперь вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И типа вот так, и вот так. Мой КП с дракликом. Короче, вообще, два так. Три маленькие, да. Дербон зашел, ура, он жив. А, давайте ща мунволк, короче, да. Не, не могу. Я ещё вообще не могу. Не то, что мунволк, я сейчас играть не могу. Что за тактика? Да, ну как у меня лагает, жесть! Это просто у меня минус тупо мышка, это невозможно. Точнее, мне минус глаза, то что они реально болят от таких лагов. Называется комп, который нормально ща привезли. Ну ладно, так. Ну, типа, у меня комбо не такое говно, да. Так где флаг? Куда? Фух. Короче, он тоже запутался с флагом, ясно, бан. Ну, короче, такое видео почистить, если оно вам понравилось, такое короткое. Но я не знаю, просто записал видео, я ждал микрофон, когда придет. Я думал, когда он придет, думаю, запишу, типа, видосик с новым микрофоном, типа, да. А потом такой, жду. Потом смотрю, у меня вообще стало подозрение, что посылка потерялась. Поэтому я хочу уведомить вас. Я не знаю, когда будут видео следующие. Ну, уже не... Вы не будете, я думаю, ждать 2 недели, хотя... видео там следит. Правильно, никто. Ну, короче, вот такое видео почистить. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.